Эй, бро, у тебя есть 3 секунды, чтобы поставить лайк и подписаться на мой канал, если ты не хочешь, чтобы вот это существо появилось за твоей спиной. Ты готов? Я считаю. 1, 2, 3! О, какой сегодня классный день. Кстати, а что сегодня за день? Нужно посмотреть. Так, на календаре воскресенье, блин! Мы ж походу сегодня, да, точно, мы сегодня собирались в пейнтбол вместе с Питером и с Джонни. Так, а сколько времени? Время только 11:30. Они вроде сказали то, что в 12 подъедут. Так, нужно быстрее собираться. Так. Все, нужно себе быстрее завтрак приготовить. Они уже в скором времени приедут. Хороший завтрак. О, все, отлично, отлично. Так, сколько там по времени? Нужно посмотреть. 11:55. Они вот-вот уже приедут. Так, все, нужно быстрее доедать. Вот, все, ладно, потом уже посуду помою. Так, все, закидываем сюда. Так. Вот. О, кажется, они приехали. Приехали, приехали. Или мне показалось? Да, слышу, слышу, слышу. Приехали. О, моя наконец-то посылочка пришла с Алиэкспресс. Ну, наконец-то. Ладно, потом заберу ее, потом ее заберу. Сначала нужно встретить Питера и Джонни. О, Питер, привет. Привет, мужик. Как у тебя дела? Давай уже выходи быстрее с машины, иди в дом. О, а вот и Джонни приехал. Привет. А, ты всех уже собрал? Серьезно, Джонни? Вообще молодец. Так, ты, получается, Райана взял, я вижу, и Боба. Во, хорошие, хорошие игроки в пинбол. Короче, мужики, давайте быстрее за мной в дом. Так, это моя посылка. Не трогайте ее. Заходите, мужики, давайте. Давайте, короче, с мужики мы сначала план обсудим, как мы будем играть, тактику нашей игры. Игра, кстати, уже начнется буквально через 1,5 часа, на 13:30. Ее запланировали. Так что у нас есть еще минут где-то 40-50 на тактику. На стратегию нашей игры, все-все обсудить, а потом уже, собственно, поедем. Питер, просто отличная стратегия игры, давайте, мужики, мы так и будем играть, да? Отличная просто идея, отличная просто тактика. Ладно, все, раз мы все уже обсудили, давайте пораньше поедем. Давайте, давайте пораньше, сегодня как раз приедем. Давайте, все, я закрываю двери, вот, все, поехали, поехали. Так, здесь мужики налево, давайте уже быстрее, быстрее, быстрее. Еще минут 20 до игры как раз остается. Так. Смотрите, кстати, сколько там машин. Я уже отсюда прям вижу. Так, тормозим. Тихо. Оо! Нифига себе, мужики, конечно, гонщики. Но у меня машина, к сожалению, видите, старенькая. Я так уже не могу. Если я так подпрыгну на этом трамплине, у меня просто-напросто все гайки из-под днища повываливаются. Так, ого. Ого, сколько игроков. О, я вижу Доминика. Вижу Доминика, капитана вражеской команды. Так, о, да, кстати, уже все оружие, да, взял пинбольно, да, всю снарягу. О, привет, Доминик, как у тебя дела? Рассказывай. О, здравствуйте, мы уже приехали. Да-да-да, это я, Майк. У меня в фургоне вся снаряга, Майк, пошли, я тебе дам. Сейчас, подожди, Джонни. Ну, короче, ладно, давайте мы потом уже все условия обговорим, правила игры, сколько сегодня будет раундов и все более подробно, да. Я уже пошел переодеваться, сейчас переоденусь и потом уже все, собственно, обговорим. Так, Джонни, давай, пойдем. Где ты свою машину поставил? Давай, погнали. Вот, все. Так, моя вся команда, давайте, за мной, мужики. Пора уже переодеваться. 15 минут до игры осталось. Быстрее сюда. Так, давайте, все олды в сборе. Давайте, мужики. Все, вы поняли, да, всю тактику. Играем по ней, придерживаемся максимально тактики. Так, еще раз здравствуйте. Ну, в общем, мы, в принципе, готовы. В общем, записывайте. В этом году мы решили назвать нашу команду Олды. Кстати, а как команда Доминика называется? Форсаж она называется, да? Команда Доминика. Вроде я слышал, он ее Форсажем назвал. А третья как команда называется? Третья команда Копы. А, понял, все. То есть, получается, Олды, Копы и Форсаж. Так, кстати, а кто первый играет? Вроде я слышал, Форсаж против нас, да, играет? Вроде первый Форсаж и вы, все хорошо. Давайте, мужики, быстрее по позициям. Ага, смотрите, у нас в этом году без флага. Правила изменились. В этом году без флага, только нужно уничтожить противников. Все понял, спасибо. Поняли, мужики? Флаг уже не нужно захватывать. Просто нужно всех перестрелять. Так, я думаю, даже много будет лучше. Так, все, мы готовы. 1, 2, 3. Все, погнали. Давайте, мужики. Вперед. Так, играем максимально аккуратно. Во, вижу. Вот они. Так. Так, мужики, не забывайте то, что это не настоящее оружие. Это все-таки пинбольно, но такие вот, получается, ружья, да, автоматы. И они стреляют на большое расстояние. Так что нужно постоянно сближаться с противником, чтобы эффективно стрелять. Так. Я их обхожу, мужики. Но! Все, минус один, готов. Давайте, мужики, прием. Обходите их по флангам. Так. В центре вроде никого. Еще один. Ай-яй-яй, давай. Еще минус один. Все, красиво. Так. Еще! Воу, минус 3! Еще сейчас здесь будет, уверен. Так, пробегаю. Так, мужики, давайте в центр. Это все, что ли?
Всех перестреляли? Я убил троих. Еще один. Где-то здесь. Я услышу, слышу. Он потом стреляет. А, он в доме, смотрите, здесь. В левом доме. Еще есть один. Воу! Так, еще минус один готов. Блин, мужики, по мне попали. Так, второй, кажется, на втором этаже. А нет, он здесь! Да! А! Джонни, ты что делаешь? Я ж свой. Взял, блин, меня подстрелил. А, ты что, блин? Прям не смотри, в шлем, блин, попал. Ладно, мужики. Все, красавчики. Просто идеально, смотрите, всех перестреляли в сухую, понимаете? Так, все честно, да, судья? Мы победили? Все, спасибо. Ладно, мужики, все, давайте готовимся к следующему раунду, к следующему бою. Сейчас у нас будет, получается, теперь битва против копов. Еще один раунд будет. И потом у нас будет финальная битва. Так что давайте, мужики, готовимся. Кстати, а где Питер? Мужики, реально, где Питер? Куда он пропал? А, он уехал? Понятно, у него живот болит. Блин, придется, видимо, кого-то, смотрите, из новеньких взять. Придется в нашу команду еще одного набрать. Так. Вот, давай ты с нами. Будешь в пинбол играть? Пойдешь за нашу команду? Так, мужики, вы видели, как они стрелялись? Копы вроде не такие уж и сильные, но не расслабляемся. Так, все. На счет три, смотрите, судья уже отсчитывает. Раз. Давайте. Все, раз, два, три. Погнали. Вперед. Так, мужики, как и договаривались, не рашим. Играем за оборону. Так. О, вижу, вот они. Справа один. Хорошо, понял. Так. Вот. Слева еще заметил, кажется, одного. Ой-ой-ой. Так, это не та команда. Так. Прием, мужики. Давайте, по левому флангу. Давайте, проходим. Вижу, вот он. Стреляю. Ой-ой-ой. Было близко. Так. Назад, Джонни, назад. Так, на, нифига себе. Красавчики, мужики. Вижу еще одного. Я его завалил, есть. Завалил. Давайте, сюда. Так. Где они? Где они спрятались? Во, вижу его. Так. Все, кстати, мужики, он дисквалифицирован. Он выбежал за зону. Ну ладно, я его как раз завалил. Это все, что ли, серьезно? А, да, все, мужики, понимаете? Это намного было легче, чем даже перестрелять форсаж. Просто, понимаете, в сухую. Так, мужики, теперь финал. Вы понимаете? Все, мы до финала дошли. Теперь нужно победить форсаж, и все, мы выиграли. Готовы? Давайте, раз, два, три, все, погнали. Так. Вот они, смотрите, я их уже вижу. Они уже здесь. Так, на, вот они. Один пробежал. Так. Вперед. Вот, на, все, минус один. Нет, он еще жив. О, здесь противники, ё-моё. Прям в доме. На, все, готов. Минус один. Проходим, давайте, мужики, дальше. Вот еще один. Еще один. Ой-ой-ой, их здесь много. Их здесь очень много. Мужики, я у них на респе. Я прям у них на базе, прикройте меня. Так, хорошо, уже плюс два сделал. Так. Еще один, сзади. Ой-ой-ой, все. Фух, подстрелил. Тихо. Стреляют. Откуда они стреляют? Откуда? Не пойму. Откуда они стреляют? Так, мужики, держимся. Где-то самый последний. Вот он, я его вижу. Он у них на базе, быстрее туда. Так, Джонни, он сзади. Он прямо сзади тебя. Он здесь, мужики, за этим домом. Либо, возможно, уже в доме. Он в доме. Так. Во, вижу, обхожу его сзади. Ну, все. Готов. Получается, да, мужики, мы победили. Есть. Все. Так, судья, мы официально победили, да? Все честно, все по правилам. Все красиво, отлично просто. Блин, да, к сожалению, Питер, блин, уехал. Плохо то, что без Питера, мужики, мы победили. В общем, да, Доминик, видите, ваша команда в этом году, к сожалению, не победила. Хотя, в принципе, вы были довольно-таки близко к победе. Поздравляю вас. Все, спасибо за хорошую игру. Фух, блин, знаете, мужики, я прям вспотел, устал. Есть захотелось. Знаете, что предлагаю? В общем, всем собраться в лесу и там отдохнуть. Кто за? Стреляйте в воздух, кто за? Все за, я вижу, да? Классно, да, сегодня, мужики, погода? Так, моя команда, идите сюда, быстрее. Знаете, что я придумал? Ко мне, Джонни и все остальные. Давайте сюда, Боб, Райан. Мужики, знаете, что предлагаю? Смотрите, давайте мы сгоняем в ту сторону леса и посмотрим, что там. Как вам такая идея? Чё, не хотите? Или хотите? Ты не хочешь? Почему? Почему не хочешь, Райан? Да давай с нами. Все, давайте, погнали. Не, мы только своей командой идем. Остальные здесь оставайтесь, там веселитесь. Мы скоро придем. Все, давайте, мужики, погнали. Смотрите, лес реально прям большой. Просто огромный. Все. Нифига себе, смотрите, лесочек. Я здесь, например, еще никогда в жизни просто не был. Смотрите, там еще и дальше он идет. Походу, еще дальше. Не оставайте, чтобы не заблудились. Чтобы никто не потерялся.
Смотрите, мужики, мне кажется, или стало темнее? Да, смотрите, смотрите, тучи собрались. Вот, блин, теперь темно, капец, в лесу, ничего не видно. Что будем делать? Нужно возвращаться, мне кажется. Так, стоп, а с какой мы стороны пришли? С какой мы стороны, мужики, пришли? Блин, мы походу заблудились, вы понимаете? Блин, да, мужики, понимаете, мы походу заблудились. Вот черт, что делать? О, смотрите, туман, туман начался. Еще и дождь пошел. Блин, офигеть. Зря мы, конечно, пошли. Ладно, давайте дальше, пойдемте, пойдемте. Так, так, так. Блин, смотрите, дождь идет, туман. Мужики, мне кажется, или мы пришли с той стороны, да? Или с той? Откуда мы вообще пришли? О, а это что, смотрите. Какой-то парк. Он заброшенный, что ли? Смотрите. Забор уже просто сгнил. Смотрите, мужики, да, это, видимо, какой-то парк. Ну чё, давайте посмотрим. О, кстати, смотрите, мужики. Здесь есть домик какой-то. Давайте там укроемся от дождя, от этого ливня и ветра. Вот. Подожди, подожди, подожди. Подожди. А чё это, смотрите, здесь? Какие-то бочки с какими-то знаками. Ладно, всё, ладно, погнали, погнали, быстрее. Смотрите, подождите, подождите, подождите. Подождите, мужики, смотрите, просто всё в крови. Что это кровь? О, смотрите, это что? За мной, за мной. Стенки в крови, пол весь, походу, в крови, в какой-то красной. Капец. О, смотрите, это человек. Он без головы, вы понимаете, смотрите. Ему кто-то голову отрезал. Подождите, может, это какой-то пранк? Это, наверное, какой-то розыгрыш, да? Здесь где-то скрытая камера установлена. Дайте-ка я проверю. Это, наверное, какой-то муляж. Нет, фу, блин, это настоящий труп. Фу, капец, посмотрите. Ему кто-то бошку отрубил. Он, кстати, улыбался, смотрите, ему голову отрубили в этот момент. Капец, ужасное просто зрелище. Фу, и здесь кровь. Фу, ну и вонище. Смотрите, еще один мертвый. Ему, смотрите, ноги сломали. У него ноги переломаны. И он тоже мертвый, смотрите. Только это теперь с головой. Тоже, смотрите, все в крови. Офигеть. Мужики, смотрите, еще одного нашел. О, а это что? Смотрите, какая-то кукла. Она настоящая? Да, смотрите. Фу, блин, как она страшно выглядит. Да, мужики, смотрите, это настоящая кукла, какой-то рэгдолл, да. Тряпичная кукла. Так. Это тоже, смотрите, это настоящий человек. Это труп, он погиб. Ладно, все, давайте быстрее валим отсюда. Я не знаю, что произошло здесь, но просто нужно валить. Быстрее, 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 быстрее. Давайте, давайте, давайте. Где выход, вы не помните? Воу, что это? А, быстрее, бежим, 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 бежим. Что это такое? Ё-моё. Быстрее, мужики, побежали, побежали, побежали. Быстрее, мужики, бежим, бежим, бежим. Боб, давай, не отставай, быстрее, бро. Давай, за нами, за нами. О, смотрите, эта тварь догнала Боба. Она его убила. Воу, быстрее, бежим, 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 бежим. Воу, помогите, помогите нам. Ой-ой, давайте, мужики, быстрее, быстрее. О, смотрите, это эти копы, копы, копы. Игроки из другой команды. Мужики, не стреляйте по нему. Уберите оружие, просто бегите, бегите, бегите. Давай, 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 давай. Быстрее, по машинам, по машинам, по машинам. Ты чё оборачиваешься, чувак? Беги! Нет! А! Чувак, пытайся бежать, сопротивляйся! Нет! Все, побежали, побежали, побежали. В машину, в машину. О, смотрите, Питер приехал. Давай быстрее, мужик, прыгай, прыгай в тачку. Все, поехали, поехали, поехали. Давайте, давайте, давайте. Быстрее, мужики. Ё-моё, что это, смотрите, за тварь? Воу. Все, погнали, погнали, мужики, быстрее, быстрее, в город, город. Давайте, давайте, мужики, быстрее, за мной, за мной, за мной. Все, смотрите, вроде оторвались. О, вы это видели? Он просто исчез. Этот монстр, вы видели, просто исчез. Все, быстрее домой, поехали, мужики, быстрее домой. Фух, все, мужики, наконец-то мы в городе. Все, быстрее, поехали, поехали, поехали. О, смотрите, полицейские, полицейские. Фух. Все, мужики, короче, быстрее едем в полицейский участок. Поехали, поехали. Джонни, прием, ты куда так втопил? Притормози. Воу, Джонни, нет. Смотрите, это эта тварь из леса. Воу, офигеть. Едем, 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 едем. Что просто произошло? Капец, мужики, вы это видели? О, Джонни, 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 давай быстрее беги. Смотрите, этот монстр сзади. Джонни, быстрее, быстрее, быстрее. Давай, 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 давай. Давай, давай, бро. Прыгай, прыгай, прыгай. Все, поехали. Офигеть. Смотрите, эта тварь просто гигантская, ё-моё. Давай, давай, погнали, погнали, погнали. Что это вообще такое? О, видите полицейских? Быстрее поехали к полицейским. Они нас защитят, я уверен. У них есть оружие боевое. О, мужики, смотрите, полицейский, полицейский. Воу, эта тварь уже здесь, офигеть. Так, 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 поехали, поехали, поехали. Вы только посмотрите, мужики. Эта тварь, этот монстр просто разрывает копов. Воу, так, все, поехали, поехали, поехали. Нам уже просто, понимаете, никто не поможет. Офигеть. Так, все, давай, давай. Смотрите, смотрите, он, походу, нас заметил. Он нас заметил. Так, все, мужики, короче, предлагаю не домой ко мне ехать. Там слишком будет опасно.
Да я не хочу, чтобы этот монстр разломал мой дом. Давайте поедем на парковку. Быстрее, 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 быстрее. Давай, давай, давай. Блин, этот монстр еще увидели. Машину мы повредил. Оу, тихо, 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 тихо. Воу, офигеть, смотрите, он уже здесь. А-а-а, тихо. Оу. Нормально, нормально, нормально. Едем, 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 едем. Давай, давай, тачка, быстрее, быстрее, быстрее. Офигеть. Смотрите, он нас атакует. Он в нас чем-то стреляет. А! Это было близко, очень близко. Так, все, мужики. Поехали, поехали, поехали. Так, 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 так. Офигеть! Оу! Так, все. Пытаемся, короче, мужики, просто уехать. Так, максимальный разгон. Врубаем максимальную передачу. Давай, 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 давай. Все, фух, оторвались, оторвались вроде от него. Оторвались, оторвались. Так, и здесь резко направо. Он здесь! Давай, 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 давай! Офигеть! Мужики, смотрите, а где он? Его нету сзади, офигеть! О, смотрите, полицейские, полицейские, полицейские! Он уже сзади! Быстрее, поехали! Оу! Что просто происходит? Нет! Офигеть! Так, все, направо, направо, мужики! Блин, мужики, мы не можем никак оторваться! Оу, по нам попали! Блин, Джонни, помоги, у меня, кажется, ремень заклинил. Быстрее, быстрее, быстрее. О, все, быстрее, мужики, побежали. Офигеть. Давай, давай, нет, моя машина. Что происходит?